Артмания. И сегодня у нас с вами обзор вот такой вот вермишельки. Покупала ее в фикс-прайсе 27,50 или 25,50, там не знаю, ну как-то как такая вот какая цена. Недорого, здесь 400 грамм, варится 7 минут. Так, из твердых сортов макаронные изделия. Ну, выглядят они вот так вот. Вот она как варится, здесь рассказывается. Так. А, состав. Вот он состав. Да, вот так вода там. Ну, ничего, обыкновенный состав. Глютен что-то там. Белок, но на это будет фотография, в принципе, в конце ролика. Вот. Вот, упаковочка. И сейчас мы ее будем с вами варить. В принципе, насколько я помню, если она из твердых сортов, то, по-моему, она должна быть хорошая, мне так кажется. Потому что пятерочки продают, вот вермишель раньше продавала, сейчас не знаю, обыкновенная, там самая-самая дешевая. Я помню, ее отвариваешь, она была ужасная, она была вечно мягкая, вечно слипалась, вечно что-то такое. Здесь, я думаю, не должно быть, ну, посмотрим. А, называется, забыла сказать, как Роста. Роста. Красиво написано. Такая зеленая упаковка. Ну, 400 грамм. В принципе, могли бы сделать и 500 грамм. Было бы как-то поудобнее человек покупать сразу полкило. Вот. Ну, в конце ролика, не в конце ролика, а в комментарии я напишу цену за килограмм. Посмотрю точно, сколько стоила эта вермишелька. И посчитаю. И тогда сравните, где будет дешевле. Так, вот оно как выглядит. Маленькие такие козявочки. Не знаю, как их там называют правильно. У них у каждой, по-моему, есть название. Каждой вермишельки. Каждого такого кусочка. Ну, вот они, кстати, довольно маленькие. Вот, здесь я засыпала нам на двоих, должно хватить такого стаканчика. А, давно не варила вермишель, если честно, уже не помню. Но думаю, нам с сыном хватит такого стаканчика. Кстати, отдельно у нас есть, выходят влоги, как мы с сыночком живем, гуляем. Моему сыну 2 годика. Вот как он развивается, обязательно смотрите. Так, и сейчас у меня кастрюлька с водой, сейчас она закипит. Я буду бросать. Уже вот-вот прям должно закипеть. Буду бросать и посмотрите. Вот отварим, с вами бросим, отварим, посмотрим, попробуем, что у нас получилось. Так, ну вот она наша вермишелька. Остыла, полежала, в принципе, отделяется друг от дружки, довольно хорошо отделяется, кстати, не слепилась вместе, где-то она у меня минут 5, наверное, уже лежит. Вот, давайте ее попробуем. Мягенькая, нежненькая такая, не жесткая, вкусная. Мне понравилось, кстати, такое можно покупать. Еще попробуем. Побольше возьму. Такая прям мягенькая-мягенькая. По вкусу, ну, обычная вермишель. Причем она у меня не соленая. То есть просто вермишель. Можно покупать. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Смотрите наши влоги. И всем пока-пока.